Проще всего положить плиточку на тротуаре и нарисовать на парковке знак «Инвалид». Но сегодня, к сожалению, на улицах инвалидов совсем мало, практически нет, потому что они, к сожалению, не могут выйти из собственного дома. Меня очень порадовали плакаты по городу, на которых написано «Совесть, что это? Вам все равно? Честь, добро» и так далее. И дети должны учиться вместе. И что касается инвалидов, там выбраны какие-то красивые, тонкие формулировки о том, что мы равные члены общества. Меня очень порадовала Паралимпиада из Сочи. В Сочи было сделано все для того, чтобы эти люди с ограниченными возможностями чувствовали себя там комфортно. Начало положено, так должно быть везде.